Вечно зеленый остров, мифы древних кельтов, звуки волынки, старинные замки, свободолюбивые люди. В таком особом месте, как Ирландия, не могла не сформироваться своя уникальная танцевальная культура. Чтобы исполнять ирландские танцы, нужна прежде всего сила, причем не только физическая, но и моральная. Элементы всегда сложные и выполняются в сумасшедшем ритме. Успех будет за танцором, который не побоится высоко прыгать. При этом в любой, даже самой непонятной ситуации, необходимо ровно держать голову и спину. Танцевать можно и сольно. Корпус и руки должны быть неподвижны. А вот ноги при этом отжигают по полной. Быстро, четко, технично. Ирландский степ впечатляет. Парные или групповые танцы, основанные на стандартных шагах, называют кейли. Тут суть не только в технике, но и в сложных схемах. Особый колорит танцам придает ирландская музыка. Ее играют на волынке, скрипке, могут использовать и клавишные. Три главных старинных мелодии, под которые принято выступать – это джига, рил и хорнпайп. Теперь о внешнем виде. В костюмах мужчин нет ничего необычного – брюки, рубашка, жилет. А вот у женщин во всех смыслах высокая мода. Волосы убраны наверх, платье с кельтскими узорами обязательно короткое и широкой юбкой, чтобы свободно двигать ногами. Танцоры используют два вида обуви. Цвет, как правило, черный. Мягкие кожаные тапочки со шнурками предназначены для легких танцев. В жестких туфлях на небольшом каблуке исполняют степ. Мировую известность это направление получило благодаря постановкам танцевальных шоу. В этой сфере больше всех отличился хореограф и чемпион по ирландским танцам Майкл Флентли. Флентли был участником легендарного шоу «Ривердэнс», а затем создал успешный проект «Lord of the Dance».